Filter Activator Class. Точечная entity, проверяющая тип объекта, пересекающего триггер. В зависимости от результатов проверки, entity может выполнить два outputs действия – onPass или onFail. Свойства. Filter Mode. Под нужный критерий попадает только записанный filter class name объект, либо все кроме него. Filter Activator Name. Точно такой же фильтр, только проверяет он не тип объекта, а его имя. Наш рок, ваш лайк. Скоро увидимся. Пока.